Всем привет, друзья! Вы на семейном канале. Здравствуйте, мои дорогие. Денис, что надо сказать? Привет, Питер. На каком его канале? На него. Правильно. И сегодня у нас очередной развивающий ролик. Надеюсь, он будет для вас полезный. У нас сегодня игра с нанизыванием бус. Такие у нас бусы. Тут две геометрические фигуры. Какие у нас? Квадрат и... И что? А что? Круг, правильно. Ну и что? Мы будем поочередно нанизывать бусинки. То есть мы будем закреплять и упражнения на моторику, на цвета, да, на формы и на логику. Помимо основной направленности упражнений с бусами, умение различать цвета, формы, величину предметов, чередовать их по качеству, такое упражнение прекрасно развивает тонкую, то есть мелкую, моторику пальцев, ну и ручек тоже. То есть у нас будет развиваться что день? Точность и координированность движений. Ну и глазомер. А еще мы немножко потренируем усидчивость, старательность и эстетическое восприятие. Ну что, попробуем? Сначала простенькое упражнение. Мы возьмем сначала одну форму. Денис, какую форму возьмем? Вот эту. Круг. Правильно, да? Давай, вытаскиваем наши бусы. Один хочет еще одну. Сейчас все вытащим. Вот это. Это что у нас за фигурка вот такая? Эту. Так. Это какие цвета? Как? Какой это цвет? Красный не хочет, красный. Красный? Да, красный. Держи. Это какой у нас, значит, зеленый, желтый, красный, а еще какой есть здесь цвет? Крутится. Крутится. Какой еще здесь цвет? Оу. Смотри, держи. Так. Ну, моторика у нас будет очень хорошо работать, потому что бусинки надо будет нанизывать. Да? Все вытащили. Берем нашу шнуровочку. Да. Так. Смотри, у нас здесь кончик, а сюда надо нанизывать. Давай так, я сейчас нанизаю два цвета, а ты повторишь. Смотри, синий. Так. И красный. Мне не надо. А какой? Хорошо, скажи мне. Вот он. Так, два синих кубика, да? Да. Ой, один кубик, один шарик. Хорошо, а подожди, сейчас сначала папин ход, потом твой. Опять, я беру теперь желтый. Так, шарик и желтый кубик. Ой. Как он упал? Это упало то, что, ну, собственно, начало веревочки. День, теперь твоя задача повторить. Значит, смотри, у нас синий шарик, синий кубик, желтый шарик, желтый кубик. Вот, теперь тебе надо сделать то же самое, как сделал папа. Значит, что у нас? Синий шарик. Где у тебя синий шарик? Нанизаем его? Да. Ну, давай. Вместе. Вместе? Хорошо, давай вместе. Так, ну, помогай мне, тащи его вниз. Тащи вниз. Давай, бери ручкой. Надо протащить вот сюда. Молодец. Давай шарик двигай туда. Мы сейчас нанизаем еще что-нибудь. Так. Тащи, 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 тащи. Угу. Смотри. Дальше что у нас идет после шарика синего? Синий. Так, одевай. Молодец. Нет. Одевай. Вот нам сюда нанизать. Мы же моторику с тобой тренируем. Давай. Так. Протаскивай. Молодец. Так, смотри, синий нанизали. Теперь на что идет? Кеш, штучка тебе подсказывает, смотри, что? Желтая у нас что? Что идет? Пуговый. Так, хорошо, значит, что делаем? Так. Тук, молодец. Давай, продолжаем. Тащи вниз. А вторую ручку почему не подключаешь? Где вторая ручка у Дини? Правильно. Давай, шарик. Дальше что? Что дальше идет? Смотри. Да вот этот шарик поиграем. Не, мы же повторяем. Синий шарик, синий кубик, желтый шарик. Что это? Желтый. Желтый кто? Квадрат. Давай. Молодец. Одевай. Где у нас дырочка на квадратике? Вот она. Ну давай. А вторую ручку подключай, кто будет. Так ты не оденешь.
Вот, двумя ручками, молодец. Умница. Так, смотри, повторили с тобой последовательность? Да. Все? Смотри, синий шарик, кубик, желтый шарик, желтый кубик, синий шарик, синий кубик, желтый шарик, желтый кубик. Давай теперь задачку усложним, или не знаю, или упростим. У всех детишек по-разному. Снимаем все это. Денюш, давай так, у нас шарик с тобой каких цветов есть? Вспомним еще раз. Красный. Есть красный, да? И зеленый. А еще? Желтый. Желтый и синий. Давай, сначала папа нанизает. Давай, мы опять, допустим, желтый. Это один у нас получается. Потом давай красный. Это два, да? Посчитай мне количество. Синий. Ты все себе забираешь? Да. Так, синий. И какой остался? Смотри, если три цвета здесь мы одели, какой еще надо одеть? Синий. Как? Нет, синий мы уже одели. Какой мы еще должны одеть? Давай зеленый. Вот, правильно, зеленый. А теперь, смотри, Денюш, тебе надо повторить эту последовательность. Желтый, красный, синий, зеленый. Нанизай такие же шарики. В правильной последовательности. Не хочет. Нет, прямо вот как папа сделал. Желтый. Так, желтый, ну что? Шарик. Есть желтый шарик. А смотри внимательно, где вот он, Кеша его спрятал. Вот он, да, давай, одевай его сюда. Бери, одной ручкой бери, да, и одевай. Вот, молодец. Продевай. Нет, смотри, теперь берешь, смотри, когда нанизал. Так, берешь второй ручкой, меняешь ручку. Здесь держишь, вот здесь за кончик берись, а второй ручкой тяни. Так, молодец. Очень хорошо, Денюш. Блестяще, я бы сказал. Давай, я чуть-чуть помогу здесь. Следующий какой будет шарик? Смотри. Давай. Красный. Так. Перехватывайся. А, и ты так протянул. Вот, теперь тащи. Тащи вниз. Умничка. Так, держи, тащи, 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 тащи. Интересно? Так, теперь смотрим. Желтый, красный, синий, зеленый. Какой, значит, должен следующим быть? Вот это. Нет, мы же сейчас с тобой круглые формы смотрим. Смотри, желтый, красный, синий, зеленый. Значит, какой следующий должен быть шарик? Нет, желтый, красный, синий, зеленый. Желтый. Желтый, красный мы одели. Значит, какой следующий? Ну? Смотри, желтый, красный, синий, зеленый. Какой? Ну, у тебя желтый одет, красный. Значит, какой должен дальше идти? Вот этот. Правильно, какой цвет? Синий. Давай, одевай. Куда? Ну, где у тебя кончик наших бусиков? Так. Зеленый. Зеленый укатился. Даже это зеленый. А давай синий оденем и дальше подумаем, как раз какой шарик следующим одевать. Давай, одевай. Нет, ты сейчас так снимешь. Одевай еще раз. Умница! Перехватывайся ручкой. Ручкой перехватывайся. Перехватывайся ручкой. Смотри. Держи шарик. Вот. Тащи, тащи, тащи. Мы почти с тобой закончили это сложное задание. Так, ну и смотри. Желтый, красный, синий, зеленый. Желтый, красный, синий. Какого шарика не хватает? Нет, у нас же это кубики. Какого шарика не хватает? Еще раз посмотри внимательно. Желтый. Зеленого, правильно. Одевай, давай закончим с тобой бусики. Перехватывай ручкой. Нет, бери закончик. Закончик бусиков берись. Так, и тащи. Все, видишь, как хорошо работает. Красный надо быть. Супер день! Вот здесь вот ручкой теперь возьмись и тащи дальше зеленый. Так, все? Смотри, что у нас с тобой? Получилась повторяющаяся последовательность? Да. Получилось? А теперь снимаем. Сейчас снимем. Повяжем тебе бусики, смотри. Линия с бусами. Оп. Снимаем. Друзья, ну вот такая несложная игра.
на мелкую или тонкую моторику, на знание цветов, на чередование и на логику. Очень полезно, старайтесь заниматься такими игрушечками с детишками почаще. Ну а с вами был канал Baby Go. Мы надолго прощаемся. Пальчик вверх как ставить, Дин? Да, до новых встреч, друзья. Пока-пока. И что еще? Поцелуй. Конечно. Мы прилетаем.